Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Поехали. Так, самоцветик, золотишко, эликсир, исследование. Лямчик, будьте добры, говорит, лямчик мне дайте, тогда будет вам счастье. Получить прогресс 1 из 7. Серия прервана. Понял, серия прервана. Все, ничего ты не получишь. Так, а здесь что? Воу. Супер медали. Хотелось бы, конечно, получить. Блестящая руда. Это нужна какая-то кузня, блин, непонятная, кстати, для меня. Всего две награды. Пришло время игр кланов, вождь. Но не для меня. Время пришло, но не для меня. Элик. Нужен ли мне сейчас эликсир? Так, ладно, давай посмотрим. Что улучшить? Что тут, блин, можно улучшить? Я, наверное, улучшу, ребят, вот эти бомбы. Поставлю, по крайней мере, пока на улучшение. Восстановить. О, военный лагерь. Так, ну здесь все. Здесь ничего сделать не могу. Все, ребят, поставил на постройку и забыл, как говорится. Награды одна. Какая награда? Никакой награды нету. Не свисти мне там, пожалуйста. Я удивлен, захожу, и лагерь и не разбитый. Хотя, наверное, там люлей получил, будь здоров. Бой с тенью 3. Кто такой вообще? Как сделать, ребята, ограничения в плане того, что... Чтобы левак какой-то не заходил и не делал тут всякую вшивую свою разведку, блин. Так, 2 лимона. Нужен эликсир. Тут опять эликсир. Ну что, ребята, мне надо улучшать свои постройки. Сколько ты там? 15 минут. Улучшайся. 15 минут, я думаю, что потерпим. 700. Улучшайся. Сколько? 18 часов, ребята. Это игра для ленивых. Ну, не зря оно говорится. День сражения. Как всегда, всех разнесли, Рэю ничего не оставили. Только начал играть, блин, пипец. Ну, куда мне тут лезть? Тут снесут. Тут, раз, два, три. Воздушки, магия. Надо делать, знаешь, кого? Чего? Подожди. У меня что... И нетренированные бойцы еще, ну... Ну, конечно, блин. И ничего не тренированное. Сижу тут. Лыбу давлю. Так, 15 минут. Эту игру, ребят, нельзя. Вот никак вот нельзя показать, потому что все прекрасно видят, что у тебя, блин, тут творится. Все идет на показ. Ладно, в любом случае, я пойду... Никуда я не пойду. Вообще никуда. Вообще ничего не могу сделать. Так, милашка. Милашка атакует, молодец. Милашка, наяривай. Я тут ни хрена сделать не могу, блин. Со своей... Рэй, ты не прокачивайся. Ты не прокачивай войска, а потом хреново тебе будет. Да как тут, блин, не прокачивать войска, ребят? Ну как? Как твою налево тут не прокачивать войска? Вот таким фуфлом играть, блин. Ни пеки нету, никого, блин. Как бомбить? Ну как бомбить, блин? Я не знаю, блин. Вот. Играй, блин, как хочешь. В плане, почему элик мне не дают? Что? В плане у меня там все у тебя, Рэй, там все завалено. Где? Завалено, блин. В каком, блин, месте? Вот это вот называется завалено, блин. Ну, дали подкреп, смотри. Корабли летят. Спасибо большое, кстати, ребят. Кто это сделал, тому спасибо огромное. На 7 лет Уджи успел. Успел.
Такс. Ночной страж. А, нет, это Бустень вышел. Привет, X2. X2. Наверное, завтра выложу. Нужно Дискорд по игре сделать. Да, Дискорд это было бы вообще великолепно. Можно было бы пум-пум-пум-пум пообщаться, да? Улучшить, блин. Ну, тут все в норме. Ладно, ребят, пойду и, короче, бомбану. Хоть армия не сделана, блин. Тем не менее, бомбану. Мало. Не устраивает мне такой расклад. Давай больше. Больше мне давай ресурсов. Это даже не обсуждается. Блин, стоит ли оно того? А дальше если? Мало. Вообще ничто, ничтожество. Давай нормально тут что-нибудь. Ну, вот это пойдет еще, я думаю. Я думаю, что это пойдет. Тут еще подкреп у нас. Ладно, поехали. Мне еще удивляют эти комментарии. Рэй, ты не умеешь играть. Научись играть. Играю, блин, неделю от роду, блин. Научись играть. Я еще тут даже ни хрена не знаю, что к чему и почему, блин. Научись играть. Корявые эти, блин, тут со своими домыслами, блин. Давай подкреп сюда выкидывай. У меня что, дракона больше не осталось? Ну куда вы летите? Как они летят-то, блин? Я ну, раз просто их не понимаю. Противовоздушка только одна, да? Это лучники. Это сдувает их все. Сдувает. Ну а без подкрепа я бы... Я бы тут не справился бы, ребят, без подкрепа. Давай по чесночку. Сдулся. Так, что-то еще осталось, да? Что еще осталось, ребят, у него? Все. Благодаря подкреплению, кто мне выслал эти вот дирижаблики, ребят, тому огромный респект. Можно посмотреть, что тут? Ну, а тут вот как-то... Как ты тут будешь, ребят? Ну, как? Лучница у него тут, я смотрю, варвар, король варваров, блин. Не иди, играй. Ребят, ну вы бы мне оставили хоть какой-нибудь там мизерочек-то какой-нибудь, блин. А чего так все? Нет, ну тут есть, да. 3, 2, 3. А самого старшего не завалили. Хорошо, ждем вы все. Так, я буду первым смотреть, тогда я второй. А как же атака на КВРей? Ага. А вы мне... Блин. Ну да, для меня, естественно. Они играют там по 5, по 6 лет, блин. Рэй, а ты на КВ не пойдешь?
Да, 37-37 последний. Ну, конечно, 37-37 последний. Ну да, конечно. Спасибо большое, ребят. Удружили, блин. Иди, говорит. Поиграй, блин. На гармошке. Два дня будет голем этот делаться. Что у нас там по... Ничего у нас там нету. Так, я заказал же, да? По-моему, делается. Угу. Делается, твою налево. Все делается. Так, у нас что там? Что? Вот эти украшения, нафиг они нужны? Ты мне скажи, украшения. Поставьте себе украшения. Вот я на мультимортиру до сих пор не могу накопить. Украшения мне тут дают. Че, попробуем? Пошли, ребят. Немножко пофайтингуем, так скажем. Что тут у нас дали? Варвары. Поменять уже невозможно. Ты добить-то хоть добьешь? Погнали. Тш, улетел. Фрейрок. Ну, одна звезда есть. И на этом спасибочки. Ну, почему вы не идете бомбить пушки? Почему? Что с вами не так, варвары, блин? Вот им кузня нужна. Вот им нужна, блин, не кузня, а это шахта, блин. Даже не добили. Они даже не добили ее, ты понимаешь? Хорошо, две звездочки есть. Давай дальше, погнали. Ищем. Так, лагерь солдатиков здесь у него. Раз, два, три. Ну, если допустим, взять дракона... Чё-то мне кажется, что это не прокатит. Куда ты бросил бомбу, дурачок? Местного разлива. Полетело. Говно по рукавам. Бомбер, блин. Ну и чего? Ну и все. Не, это фигня, ребят. Это план дерьмо собачье. Просто. Нет. Да куда вам, ё-моё? Куда вы там лезете-то с пляжуи? Вам это не дано одолеть. Вы же, блин, немощные, просоты, блин. Драконы, не, драконы это как это лажа, ребят. Если честно, лажа. Лажа. Пушка тоже лажа, все лажа. Лажовая. Да куда вы бежите-то, засранцы-то несчастные, ну? Ну вы будете вот этот... Ай, ребята, я в шоке. Я в шоке от того, как они, блин, реагируют. Ну, по идее, ну, если тебя атакует какая-то башня или еще, ну, беги ты, блин, на нее, на башню на эту или еще. Нет, он будет бить лучше здоровое здание, которое хрен ты одолеешь, блин. Нет,
Зачем? Все нормально, блин. Все ништяк. Куда вы побежали? Ну куда, ну куда вы побежали? Ну засранцы вы этакие. Ну как это, блин, ну? Ну нахрена ты ее трогаешь-то? Ну, тебя бомбит турель рядом, турель электрическая. Нет, он шарик херачит, блин. Ему уже шарик важнее, блин, бомбануть, который нахрен не нужен сейчас. Шарик твой, блин. В одно место себе засунь этот шарик и прокрути раз 10, блин. Шарик он там накручивает, придурочный, блин. Блять, пошел костер бомбить. Не, неужели, блин, сообразил? Блять, часовня ей нужна, то еще что-нибудь, блядь. То жопа, то. Ну, тур. Вы додумаетесь вот турель сейчас бомбануть, блин? Кто-то, блядь, додумался, кто-то, блядь, не додумался, кто-то пошел, блин. Этот, блядь, похер ему. Ему похрен, знание, ему ворота, главное, ребят. Ему по барабану вообще на все. Ворота ему давай бомбить только. Ну, правильно. Он сам по себе-то крепкий, малый, ну. Тупой, как сибирский валенок. Я даже не успел нажать, ребят, на ульту, блин, чтобы бросить свой недоношенную бомбу, блин. Ищем. Главное, еще в комментариях пишет: Рэй, зачем ты рашишь? Нет, ребята, а что я должен здесь делать, если не рашить? Что? Что я тут должен, блин, твою мать делать, блин? Бомбер, ну какие костры, блин? Ай, ребята. Все, достаточно. Достаточно было одной вот этой параши, чтобы просто разнести. Понимаешь? Бля, у меня нету мульти этой мортиры. У него есть. А мне нету. Кабанов у меня нету, блин. Ну, я имею в виду этих, как это, Хогвард или как там. Хлопцы, блин. Ну, им же костры, ребят, важнее. Ну, поймите, им важнее, блядь, костры. Им же костры, куда я побежал? Вот они сейчас будут по периферии все сносить. Ну да. Спасибо, блин, звезду получили. Куда? Чё делает? Ладно, звезду отбили. Причем варвары, блин, ну как бы прокачаны считаются. Сколько там у меня? 11 часов, да? Запускай давай свою. Через 16 минут. Так, у меня что тут? Ай, да. Готов ли ты забрать эликсир? Ваша серия начать заново.
Проведите двухзвездочную атаку, нанеся 60 разрушений, чтобы разблокировать этот уровень. Это на этом городе или на каком, блин? Непонятно. Вот, смотри, ребят, это ход атаки, ход обороны. Тьфу ты. Флеш-карту засосал, нормально? Давай глянем с тобой по повторчику, что там у нас происходило. Ну. Вышел. А, ну у него робот есть, ребят. У него робот есть, понятно тут. Тебе не кажется, что у него армия тут чересчур велика? Тоже, блин, вот этого робота хочу. 900 эликсира нужно, ребят, чтобы его собрать. Блин, практически никто не использует летающих юнитов. Костер пошла бомбить. Ну, я то же самое говорю. Да, а вот лучников, ребят, надо прокачивать. Лучников, пушки, блин. Потому что мало кто использует летающих юнитов. Я вот смотрю, мало кто. Поэтому лучше на земку, наверное, тут. А что нужно для этого-то? Так, продвигаясь дальше нельзя. Так, парад ракетных шаров. Ракетных шаров. Парад. Так, что у нас там дальше? Зеркало голову забрать, закрыли на 3 звезды. То есть 3. Угу. Как вот там не был должен победить вон кого, готовится на следующий. Я пришел. Так, очень интересно, как Рэй нападает на какого-нибудь чубрика. Очень интересно, когда этот чубрик разносит меня. Первый номер наша. Так, у них многие не используют атаки, значит, до утра, наверное, не будут атаковать. Разве включена квест, нужно атаковать? Так, тут, короче, как рабы. А я как бомж, блин. Бесхозный тут вообще. Что тут можно, ребят, улучшить? Лучниц. Поставим лучниц на улучшение. Чтобы получить, что... А, нужно казарму прокачивать. Казарму нужно прокачивать, друзья мои. Так, опять один работяга у нас свободен. С КВ, конечно, вы меня подкололи просто. Че, погнали в бой, ребят? Подбор. Ну, это я надеюсь смогу потянуть. По идее должен. Опять же, не стопроцентная гарантия. Но если мага одолеем, то все, ребят, разнесем ему в хлам тут остальное все. На 100%. На 100%. Что-то прямо соска что-то разрядилась, что ли, или что с ней не так? Я даже не вижу, чтобы она заряжалась здесь. Блин, у меня отключено. Ёк-макарё. У меня было отключено. Розетка. Твою налево. Слушай, ну тут вырвали мы с тобой. Так, ну мы еще можем пойти на ранг.
Можем пойти, но сначала нужно армию натренировать. Тогда мы с тобой, да, побежим. В приплясочку, так скажем. Что, ребята, можно тут заказать? Три ляма. У меня три ляма есть, у меня три ляма 350. Ну, вы сказали, не прокачивай рейказарму, пока, типа, не прокачаешь тут все. Прям все. Давай. 17 часов. 18 часов будет прокачиваться. Такой, знаешь, не в тему, да? Качаюсь потихоньку. Они там с вами. Качаюсь потихоньку. Ладно, ребят, не смейтесь. Это я так, чтобы вы были в курсе, что я еще тут. Слушай, вот это вот улучшить. А, ну, понятно, тут тоже нужно работяга. Ребят, у меня уже полтысячи почти насобирал. Блин, вот те бы 90 кристаллов, которые где-то зависли. И как их получить? Я бы купил бы, наверное, бы себе, бы, честно говоря, бы золотой этот пропуск. Но донатить нельзя. Нельзя донатить. Повысить уровень всех героев животных до максимального... Угу. Да... Нет. Я думаю, что пока тратить это... Сменить скин. Какой скин? Купить за 1500. И, если честно, ребят, я... Ну, сколько вот я играл, я не видел, чтобы... Ай, профессор деревяшка, блин. Так, это больше на нашего похож. Такой. То есть, о, типа пеки. Там же было написано, помнишь, что... У Пеки неизвестно, что там, типа, что у него там за маской. У Пеки за маской. Пека за маска, так скоро 41 уровень. Эх, что у нас тут собрать? Пойдем хоть глянем, что у нас тут. Что будет делать... Что будем делать мне, игроки, активным? Что будем делать... Неактивных кикаем. Это однозначно. Это даже не обсуждается. Неактивные сразу пошли лесом. Эх, свои 500 этих вложил. Вот я сборщик. Ты меня спрашиваешь, Александр, или ты в чате? Я не знаю, сборщиков он стал прокачивать, блин. Я вообще пока... Пока не вдупляю, если честно. Какие сборщики? Что за сборщики? Ты имеешь в виду вот эти вот сборщики? Правильно ли ты стал поступать? Ну, как мне сказали, Рэй, прокачивай вначале все, потом уже будешь, типа... прокачивать все остальное. Поэтому я прокачиваю. Так, у нас 3, так, 17, тут 2 дня. А где еще? И тут 17 часов. Понятно, тут, короче, в ближайшее время ничего не прокачать мне. Столько запросов делать. А что, ну, запрос я сделаю. Надо еще, ребята, одну боевочку провести. Здесь одну боевочку, а здесь две боевочки. Точнее, даже не две боевочки, а две звезды. Две звезды. Вот, кстати, вот это очень хорошо, ребят. Здесь, по-моему, немножко обделался. Почему? Потому что мы сейчас... Я надеюсь, он будет уничтожать ее? Ну, сейчас я варваренков-то своих выпущу здесь. Так, вот сделаю. А теперь... Да куда? Варвары, блин.
На пушку силёнок не хватило, да? Ну хотя бы еще одну звезду в плюсик, друзья мои. 54% приемлемо. Да, 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 конечно, конечно. Жить в копилочку. Почесали дальше. Зачем ты рашишь? Писали в комментариях. Ребята, давайте зададимся вопросом, а как вообще зарабатывать мне тогда, если я не буду здесь рашить? М? Как я, блядь, по-твоему, должен здесь зарабатывать себе ресурсы? Логика должна же быть какая-то у вас, ребят. Варвары, правильно, да? Турель, турель, молодцы, красавчики. Что-то я не понял. У него две, что ли, этих штуки? Нет, одна. Какой две? Всех запинал. Всех запинал. Чайнинг. Южная Африка. Хрен Африка, блин. Даже звезды не получил ни одной. Пушку-то будет. Пушку ты можешь уничтожить, гадина. Пушку. О! Давай. Блин, офигли. Там же еще же у них это будет. Да ну какой костер, блин, твою. Я подготовился для того, чтобы. Я, ребята, подготавливался для того, чтобы уничтожить этот вшивый шарик. А вышло что? Да ни хрена не вышло, блин. Он побежал придурочный в обход, блин. В обход этих заборов. В обход заборов, друзья. Ну чё, блин, ну логика-то должна же быть у этих искусственных, ну, как это, ботов этих, мобов, блин. Беги ты туда, блин. Нет, побежал вокруг забора. Идиота кусок. Вокруг забора побежал, бля. Ну куда ты стреляешь-то? Ну вот. Ну шарики ты будешь бомбить? Уничтожишь ты их? Уничтожил. Хорошо. Бомбер, блин. Иди отсюда, вот начинай бомбить все потихонечку. Варвар, я не понимаю, почему вы тут на-то бежите сразу же, ну... Все через жопу, ребята. Все делается здесь через задницу. Аккуратнейше, жжет так, сяк. И все равно ты получаешь один тот же эффект. Но
пушка-то это все равно же сейчас увидит. И лучница видит. Со всех сторон дерьма понатыкал. Пипец, ну опять вот это 25 начинается, а? Ну и все, и погорели. Вот тырки. Погорели утырки, просто, просто, ребят, погорели. Что я сделал, блин? Я тупанул, блин. В кого он там бьет, там же... А, нет, он стоит. Стоит, стоит. Две пушки бомбит. Побежал. Ай, пофиг ему. Почесал, блин. Лишь бы бежать куда-нибудь. Куда? Че? Шары залил, блин, своей медовухой. И бежит. Наяривает. Да нахрена вы обратно-то бежите? Я вот этого никак не... Я не понимаю, ребят, вот это вот. Нахрена он выбегает за забор-то? Ну на черта, блин, ему это надо. Вот и надо ему, блин, бежать именно за забор. Вот сейчас здесь его и похоронят. Ну, три звезды-то не будет, конечно же. Давайте уже дупляйтесь, блин. Это уже не даст нам три звезды. Если бы вот это была бы уничтожена бы. А что же вы тут? А что же вы тут-то не побежали? Вы же любители в обход обходить, блин. Вытворяют, гады, а? Чё вытворяют, блин? И смешно, и грустно, друзья мои. И смешно, и грустно, ну, серьезно говорю. Ну и что это тебе дало? Не пойму, а где зона-то у него? А. О. Ну, конечно. Конечно же, ребят, огнемет.
Да, ты кинул свою долбаную бомбу. На 2 звезды. Это нормально, ребят, итог. При таком раскладе для меня 2 звезды это нормально. Нужно еще 2. Давай еще 2 звездочки. Мы отобьем просто вот эти все бонусные задания. Вот это вот зачем вот это вот. Ну дай пушку я попробую, ребят. Вот разложил я ее, и что? Ну урон-то ни о чем. Массовый, конечно, идет урон, но он ни о чем. Все, задумалась. До сюда достать не будет, да? Достает. У меня драконов нету. Восемь секунд, блин. Одна звезда. Две звезды мне надо было. Вот тебе 2 звезды получи, Рэй. Не успели, да? Последнее здание, наверное. Забрали мы с тобой бонус. Вот так вот. Но потратить нам некуда пока. Посмотрим, как приснишь базу. Прямой эфир. Посмотрим. Ё-моё. И? Чё, почему заклинание не стал использовать, интересно? Вот это мне интересно. Бревно даже есть. Машина, которая испускает бревна? Я понял, зачем он это делает, чтобы уничтожить эту фигню. Так-то ледяные големы замораживают там. Король варов под усилением пошел. Так, дальше выпускать дирижабли. Вин Дизель.
Осталась лучница только лишь под хилами. Этого шваркнули, да? Сейчас шваркнут голема этого. Хилов сейчас продамажат. Хилов продамажат. Отошел. А, время, время. Ну, 60%, ребят. Такие баталии, блин. Буду... Испытание, да, я буду дамажить, говорит. Так, ну здесь я выполнил. Элик у меня полностью забит, да, получается. Заберем его есть. Здесь выполнил. Вот здесь надо еще задание выполнить, чтобы 3 звезды было. Посмотрим. Так, у нас еще, кстати, вот тут есть невыполненное задание в бой. А, это опять учебное. Учебное. Так. 4 землетрясущих заклинания точно разрушат стену. Использую их, чтобы прорваться в деревню врага. Так, использую всадников на кабане, чтобы выманить войска противника из крепости клана. Использую, чтобы оттянуть обороняющие войска от центра. Так, эту постройку 3 часа бомбить будет. Ну. Пусти в ход ядовитое заклинание, чтобы заметить вражеские шары. Используй голема, чтобы отвлечь вражеские шары, пока колдуны разделаются с ними. Отправь короля варваров. Отправь валькирию. Они очень эффективны при атаке деревень, в которых здания расположены близко друг к другу. Да кликаю, кликаю я. Прими, так, заклинание. Угу. Да, они, может быть, и хорошо, а против магов-то как? Они просто по кругу прошлись. Гален до сих пор еще жив. Маги, маги ходят вокруг. Маги ходят вокруг, ребята. А тут, в принципе, только периферия и осталась. Понятно. Забираем награду нашу, да? Так, что у нас там? Все заполнено, пишут. Заполнено у вас. Ну, наверное, нам тоже пора уже там выдвигаться. Без заклинаний справимся, интересно. Я вот этих вот охламонов думаю. Доступна добыча 35. Да, это фигня, 35 тысяч. И бред. Блин, тут летающие это, точнее, мортиры. Что за подкреп у нас? Yeah.
что у него тут осталось? Блин, электрическая турель. Полетели шары, короче, бомбить ее. Разнесли. Что еще? Вон еще одна, ребята, электрическая турель. Маг. Они, в принципе, все разнесли, кроме... Ну, да, не добьют. Что там осталось? Строительные деревни? О, они разлетелись, молодцы. Флажок-то как у меня, господи. Ничего, по уголкам поставил, да? Чтоб только не получить 3 звезды, думает. Ты там будешь долго возюкаться, и 3 звезды тебе не светят. Как бы не так. Варвар идет быстрее, чем дракон летит. С 2 ударов. Да, бонусов больше нет, ребята. Бонусов больше нет. Так, ну что, ребятушки, наверное, пока все на сегодня. Строителей нету. Работяг наших. Получить. Задание 2 откроется через сутки. Понял. А здесь до сих пор нет. А что надо-то? Я не пойму здесь. Эликсир. Хочешь, как говорит, забрать эликсир? Залямчик. Жит. Почти все заполнил. Хочешь, говорит, забрать? Ну, хочу. Плане. Куда? А куда он улетел? Почему не сюда-то? Надо будет эту штуку улучшить. Залем 200. Чтоб тут дракон прикрывал. Толку, конечно, наверное, от него мало. Но все-таки, ребят. Пускай тогда использует. Ну что же. Вроде бы на сегодня все. Пока. Больше здесь делать нечего. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.